Походу у них там админ панель какая-то есть. Раз так там оказался. Который раз уже. Ты думаешь? Как, ну смотри, он умер. Мы его убили. Ну, да. Он нажимает в город. А его туда самолет. Он опять умер, и он опять встал сюда, в город, и опять засамолит. Так, а и может так можно? Вы что, пробовали, не? Самолиться туда? Ну. Вдруг самолет ехать, да? Шлавел. Блять, я магнат, сука. Блин, давай. Алмаз, позвони Ренату, чё за говно? Чё за подстава? Знаешь, что на тебя дымит какой-то валит. Опа, дроп. Сколько обычно этот холл стоит на ветер? А, да, чё я танцую? Чё, упоротый, что ли? Какой вообще? Чё там? Да он, наверное, Оля Левин. Кто? Каким раком? А? Забей, отменяй бой, всё. Делай релок. Не позорься. Да он и так посливался. Анфак с капель и чё втыкает. Я вообще-то иду. Более в два окна из-за до одного дебила. Почему Дима Иванакин опять понесся такого? Нам забрать меня. Забыл. Это не его чар, его шеешка. Ходи в сторону, Дима сказал, превращайся в Иванакин. Сначала селф, селф. Проюзывай, селф сначала. Там он знает. И курицу не забудь вызвать. И ствол. На святость. Да, и ствол. Сколько дропа. Значит, нельзя так оставлять. Без присмотра. В хозяйстве все пригодится. Колхозник. Так. Я не... Не колхозник, я просто... Фермер. А как? Как это все? А, он окном. Ой, сколько мобов! Сколько мобов! Дропа будет. Я сдаюсь! Я сдаюсь! Дайте рисунок. Да, не дадим. Мы передумали. Я тебя жалуюсь. У нас появился, получается, еще один СБ за счет мулипака, да? Да. Сколько у нас? 4 лша? У меня нет еще вроде лша. Лол. Ну ладно, все равно. У нас достаточно лша, чтобы держать замок и флаги. Если вообще кто-то придет на нас, как обычно. И мне, я тебя скинул переписочку одну, охереешь.
Он инвиз вроде как собирается на нас. В смысле на нас? Ну за флагами. Флаги? За флагами. Ну естественно, он для этого собирает дерьмо. А, за флагами, ну флагами в руки. Просто пускай к нам идет, а альянс идет к у них, ворует, пофиг. Соответственно, на то пошло, пускай их альянс разворует. Будет знать, как начинает базариться. Венди, когда как все мобов, всех мобов убьют, да, инвок? Вот последний остался. Играли, да и масс, все... Масса мобов. Куда как? Вам последнего мобов допить? Там БДшка стоит, долбит. Долби инвок. Так, погоди, где мы тут? А, я потерялся. И все стоят в долбице. Ладно, ждем Вику. Че? Том инвок. Тут сейчас 2000 ман. Пропадет. Нахер, какие пароли придумали. Могу на овер зайти. Зашли на овер. Овер живой. Ты зашел? Так. Никакой. Никакой из тебя ее. Я на фак был, взял и вышел. Ага. Ох, дай мне пати. Юрий пэл. Тиада. Пошел в жопу, баба сорок. Не понял, овер заходит или? Он вышел. Зашел и вышел. Ловушечка, ловушечка, оп, не работает. Юля, готовься потеплять, нам погнал. Диман, ну, ты, конечно, молодец. Блин, без Сонга бегать сейчас не ок. Тем более собирать парик. Да, шутку для пати на МП2. Погодите, не ломитесь так. Так, не все тут? Не, не все. А, ну ладно, смысла очень нет. Не есть. Ебанутый патч или чё? Блин, Рома, залей мне свой патч. Сейчас? Ну не, когда закончу. Okay. Я не знаю, у меня либо то ли с текстуры что-то херня какая-то, просто критует все на раз. Казалось, у меня редко, когда критует вообще. Ну, а теперь еще на скапе не могу зайти. Не могу. Тебя забанили. Ага. Говорят, у тебя админка есть. Я патчил алмаз, имею в виду то, что я делал себе патч. Блять, начинаю бить, меня критуют. Не бей никого.
конечно, не ДД. Патч религии тебе запрещает. Транс. Не по уставу. Да где Андрюха пропал? Ворота сломали. Без меня туда идите. Не пойду. Да погодите, все так ломятся, прям ломят. Чуть там сам последний бежит. Сангушт. Все перегонят. Тут опоздал. Так я ж тоже сзади. Бегу. Это их проблемы. Вот именно. Мы бегать за ними должны. А мы солнце центр, в конце концов. Ну, Юля, я вместе дружная семья. Ну, типа толочек. Пусть ходят голодные. Ну. Нормально, так саппорт бафом ДДБ. Могу появиться. А, как больно. Одному или по два КРП прибавляло, отнимало. За убийство смерти. По одному вроде. Чарля. Если два, то еще статы сервера поднят и сейчас вероятность больше дропа срубить. Не, не посмотрю, уже пролисталось. Милики быстрее вас, когда. А ты типа не в нашей песочнице, да? А я тут уже. Ага, ну. Тебя там кикает вечно. Вот тут ты на одном месте стоишь. Тебя просто не другого выбора, вот все. Я бегаю с вами. Так, станцую, короче. О! Юлечка уже здесь. Не, я просто мимо пропустила. А. Ну все, я пошла дальше. Пока. Да. А чё, не дал? Да. Рома, ты можешь макрос убирать не с панели, а просто наверх, где у тебя пустой слот? Просто реально, когда в нужный момент ты нужно дать сонка, я это только загрузил, точнее, дэнс. Я берешь и клюшь кнопки. Ну я, да. Я начинаю макросы. У меня макросы, я хилю. Ну все, это
Нет, ты не про инвокер, не. Слышь, не то, что там, блин, три кнопки тебе нажать. Да нифига себе. Я тут не три нажимаю. А еще и агрить могу. И хексить могу. Пять. Ну и медузы. Еще и УД могу даже нажать, когда надо. Ой, я вот тебе видимо, если ты еще УД везешь. А? Все равно за инвокера, чтобы играть, даже без руки от бога. Ну. Родился без рук, бог, дай мне руки. Вы видели мою панель ЗТХ, вообще до херели. Да панели как панели, back, там везде... Один бэк, и всё. Ну летом можно, ты шо. Этот, Блаф и бэк. Точно, да. Блаф и бэк, всё. Это нафига он надо? Да и трюди его вообще нет, так что... Его нет. Как это нет? Есть там всё. Да, люди не это шаду стоят, надо бежать до цели. Рота. А, нет, мысли за телепорт вот этот за спину? Да. А, да, нет. Не, чего? Я думал, это... Silent Attack, я перепутал. F1 back, F2 fast back. Да. Не, давай, это хрень. А освобождение от рута, после чего уже это... Иль... А тут как свитч канает вообще, не? Да. Ну, а, ну норм, можно свитч поставить. Свитч 3. Ну. Не, ну на интерлюдии, на ТХ-шку там такого творять можно вообще. Ну, там именно, вот то, да. За счет этого, это трика свитча и всего остального, это вообще... Это да. Блин, приходится вас одной рукой хилить. Так, ну блин, открыл. Опа, второй греет. Грею в халате. А, да? Понятно. Да. Не бери пример с Рони. Другой пример с... По себе не суди. Да ладно, что там, совмещение приятно с полезным, я понимаю. А, да ладно, все свои тут, да? Да, что тут? Все окей, все ништяк. Опа, Юля рядом где-то проходила. Че ты, Юля близко ходит. Юля близко ходит. А вот овер жжет какой-то, назвав падает. Вот чё-чё, а вот СВС анимация у меня зеленая. Жесть. Батенька, да вы упорот. Не. Не. Вот сейчас, смотри. Киноманы уже, смотри, да, места в зале заняли. Надо пристроиться. Ну, первые ряды. Пролез. Вау, какая анимация, какая графика, какие спецэффекты. Смотри, тёлочка. Аж повисла. Тёлочка? Чёрный экран, а что делать? А Юля там на кушет. Так, убей его. Чё-то эта тёлочка превратилась в что-то страшное. Плохой фильм, концовка плохая. Да, массовый вок, чтобы нас моб один закрыть со всех. Да ё... Блин.
Дима, сейчас не надо врываться вперед, сейчас подожди всех, сейчас мы не баф. Да, сейчас влево отойдем, и... а то тут оно не баф. Вот сюда. Сюда. Блин, подходим, ну ты... подходим, не стесняемся. Ну ты муха тоже, смотри, курочка такая ничёжная. Ну да, вообще, смотри, что могу. Эй! Как так? А вы случайно ссора не сестры, не? Смотри, похоже чем-то. Причем? Она приемная. А, да. Вы по крови. Давайте. Давать? Да. Даем. Юль, ты тут? Юль. Юля нету. А, вот тут он. Юля еще мать строить. Ну ладно, ем. Так, что это за запивало? Юля, иди к нам. СВС ко мне пристраивай. Опа, я не понял. СВС, это уже парами? Юля, давай сангуином. СВС обитает стайками. А Рома... кучкует. Чё, Рома? Рома, все нормально. О, я пошел туда. Кучка мания. На то вышли мультик пошли смотреть, а он мне каких-то джентльмен помог убить моба, так что не надо. Ну так правильно, я же говорю, кучка мания во время брачного периода. Вай-вай-вай. Бомбит! А ну не бейте! Посмотрим, как ЕЕ разруливает движуху. Я вообще разруливаю. Как это? Кричишь в монитор, как? Блин, я забыл, как его зовут. Где Валор? Это не убило. Ну типа того. Опа. Тарвар купили, слазь в бой уже, нормально. Все четко. А что тянуть? Что тянуть-то? Долбаная. Блин, ё-моё, я не, не хотел я. Повернитесь спиной. Чё-то на атаку не видно в последнее время, чё она играет. Гномка как-то. Шие. Mm. Ой, уже эти. Слышите? Быстро. Фига вы быстрые. И Киада так хоп, и отресторилась. Пойду закрою фонтан, так и быть. Ю. О, так, Юлю даже звать не надо. Муха, короче, остается сегодня голодный, как сказала Юля. Ну, всех тут всех транчит, да? Муха, быстрый парень! Опа! Все, прилип. Еле успел открыть эту панельку с Максами. А что, на меня? А, не. А, это же МГ. Ага. Мазафака! Ты никудышный хиллер, Муха! Ты эфире был. Не базар. Ага. Ну, значит, Родя, второй хиллер, ёпта. Ассистент твой. Ой, всё. Короче, я понял. У всех свои дела, да? Ок. Вы его видите, блин. Да его почти убили. Это норм вообще. Я пили, а я ман. Чё? Да блядь, просон или проденс, или без меня, я человек падаю, да. Как стоит, так сразу падает. Чё? Ай, понятно. Пока я думал, ты у нас. Назад, пока был. Так чё она так лупит, блин, бешеная, ходьба. Ой, ёпт. Ёпт. Ой, у меня вот дэшечка есть.
Так, это идет. Нифига, блин, вот чума. Зора вообще не бьет. Мана фу. У него Олимп. Ага, нормально, чё. Я чё, я знаю, что надо делать. А все с тебя пример берут. Я Фири, а я ману бью. А у меня Олимп. Фигана перемещает телепорт, как прям Валакас. Блин. Валакас так тоже перемещался, когда мы в РМ ходили. Байлакас. Эспадон Венеры. А ты кастеты? Дурук. О, Витя мечтал. У вас Витя мечта. Ну, только он не играет больше. У такой эры вроде берешь без этого. Ну, с Веспером. С Веспером. Да? Сплетни кара воля мага, защита стихий. ПР. Подожди. Пять ману льёшь? Да. Шелунишка. Он цыка. Он цыка. Шелуха. Да? Да. Чё, бомж? У него же два вроде перса было. Или один. ПР делай. Че, у Берца не было пушки, что ли? Нет. Вообще бомж, да? Ой, щит валяет тут всякие разные. Визовские, и панты. Или это? Да шо ты, не, все нормально. Я уже заомнил, пока вылетели. Понятно. А? Текаем. А, осада еще. Какая осада? Карте. Часа не качнулись? Брось, я тебя качнулся? Нет. Не, я тут пока останусь. Так, я пока офнусь. Если чё, не, я в АФК, короче, зайду.